Битый не битого везет. Можно теперь смело сказать про тягач, забитый лексусами. Он попал в ДТП на площади Луговая. Водитель автовоз – ремесло непростое, требующее от рулевого порой ювелирного мастерства. Входить в повороты с многометровым прицепом за спиной непросто. Маневрировать на дороге, когда у тебя на борту полдесятка дорогих автомобилей, еще сложнее. В вечернее время рулевой тягача разворачивал свой габаритный автомобиль на площади Луговая, намереваясь двигаться вверх по улице Баляева. Маневр в данном случае – дело не одной секунды и не одного метра. Взяв необходимый радиус, водитель успешно пересек две попутные полосы, осталось выровнять кабину и вытянуть из поворота тяжелый хвост прицепа. Убедившись, что его пропускает КамАЗ, рулевой автовоза начал движение, не заметив оказавшийся справа в слепой зоне Toyota Vierosa. Зачем водитель седана опасно подлез под тягач – загадка, от комментариев он отказался. Повреждения автомобиля получили несущественные, спора по вине у водителей нет, и мужчины могли бы спокойно оформить происшествие по европротоколу. Но автомобиль одного из участников принадлежит ИП, поэтому придется дожидаться сотрудников дорожно-патрульной службы.